В 9 выпуске шоу «Маска» маску снял буряк, а под ней скрывался известный артист Дмитрий Каднай. Он признался, что не раздумывая согласился участвовать в шоу «Маска». Да и в костюме буряка он оказался неспроста. Мне было очень интересно, поэтому сразу согласился принять участие в шоу. К тому же мне прислали двух персонажей на выбор. Один был очень фэшн, красивый, яркий, с накачанными мускулами, но он мне показался обычным. А вторым был бурячок. И в нем я разглядел то, что он будет интересен аудитории. Он может быть разным. А еще у него есть усы и золотой зуб. Короче, класс, поделился Дмитрий Каднай. Также певец отметил, что не боялся выглядеть смешным или странным, ведь сразу понял, что это шоу именно о перевоплощении и реализации артиста в разных амплуа. Под маской я открывал новые грани себя. Интересно то, что даже во время репетиции мы были в масках, поэтому не видели себя. А для артиста это сложно. Ты не понимаешь, что ты делаешь. Сначала у меня была небольшая щелочка, рот буряка. Но дизайнерам показалось, что сквозь нее могут разглядеть черты лица. Поэтому и ее заклеили. Тогда у меня открылись новые чувства, как у самурая, поделился участник шоу. Однако, несмотря на трудности, артисту все-таки удалось сделать своего героя ярким и разноплановым. Но для Дмитрия самым сложным номером оказался первый, на песню «Смерека». Ведь тогда он и понятия не имел, как ладить с новыми габаритами и подавать своего героя. А на этом у меня все. Услышимся!